что, мы начинаем наш разговор. Я немножко боюсь. Единственная роль, к которой я никогда не готовилась, это к тому, чтобы быть на сцене. Я жду вопросов, и я готова дать на них все ответы. Я жду. Ольга Львовна, к какой карьере готовили вас родители, кем были они сами, и что особенно интересно, какой опыт дало вам психологическое образование? Ой, слово «карьера» я ненавижу. Я же родилась в то время, когда самым таким обзывательным словом было «карьерист». И мы в школе знали, вот это карьерист. Но это было все. Это закрытая дверь. Это те, с кем мы в салочки не играли. Мои родители – это типичные физики и лирики 60-х годов. Папа – инженер, который работал в Курчатовском институте и делал какие-то лопатки для реактивных двигателей. И каждый раз, когда летел самолет, папа задирал мою голову и говорил: «Смотри, как красиво». То есть он относился к этому как к поэзии. Я помню, как в 61-м году в космос полетел Гагарин. А я пошла в первый класс. И мне бабушка купила удивительно красивую и замечательно вкусную конфету «Стратосфера». Я до сих пор обожаю конфеты «Стратосфера», при том, что я вообще ненавижу сладкое и никогда не ем. Я прихожу домой, пришел папа, надо сказать, уже как бы хорошо отпраздновав это замечательное событие, и он мне говорит: «Дочь, ты хочешь полететь в космос?» Я говорю: «Нет, потому что на Земле так много интересного». И меня первый раз выдрали. И с такой формулировкой: «За отсутствие воображения». И я это помню. И мама, которая была филологом и всю жизнь учила немецкому языку, и по моей сознательной жизни я помню, что мама, которая вся была в своих студентах, по ночам писала диссертацию и требовала, чтобы я молчала. Я написала одно стихотворение в жизни. Я молчу, 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 мама пишет диссертю. Я ненавидела эту диссертацию, потому что она отнимала у меня маму. И мама еще играла на пианино. А мы жили до 7 лет. Я родилась в коммуналке на Ульяновской улице. И у нас было, по-моему, 12 соседей. Не было ванной, была огромная кухня. Это был чудо для детей, потому что все прятались под бесконечно сушащимися простынями. На огромном количестве плит все время кипело какое-то белье, все время стоял пар. То есть для нас это было чудно. Это вот, ну, так вот зона такая сталкеровская. И в этой коммуналке у нас стоял пианино в 14 метрах. Мы там жили вчетвером. И у нас была кошка Брыська. Кошка Брыська обожала чехол пианино, и все, что надо было делать на улице или в песочек, она делала под этим пианино. А мама обожала играть Шопена. И у меня вот Шопен как-то долгое время ассоциировался с запахом кошки Брыськи. Единственное, что я помню из детства твердо, что жаловаться было нельзя. Что все вопросы надо было решать самому. И мама учила меня не бояться быть индивидом. Вот, да, вот быть особенной. Это было сложно. Мама обожала меня наряжать. Мама была модница, она и сейчас модница. Она ходила там на все показы первые. Тут у нас там ГУМ был какой-то. Вот, и в ГУМе были первые показы мод. Меня брали туда. И она мне шила. Шила она ужасно плохо, долго, но с фантазией. Я ходила, раньше же дети ходили, у них такие были у девочек чулки вот такие до колена, потом такие баевые штаны, между ними резинка, здесь очень холодно. Мама это вынести не могла, она мне шила колготки из многих-многих-многих чулок. А потом это все красилось в красный, зеленый цвет. Мне шили какие-то там разноцветные клетчатые наряды, то есть я была прям вот как с картинки того, что нужно. Но в школе это воспринималось очень плохо. Я помню, как во втором классе в школе, а мы приехали в Измайлово. Это были хрущевские новостройки. Сегодня эти пятиэтажки сносят, и мне их даже жалко, потому что если мы смотрим на новую архитектуру, то оказывается, что в это время мы были как-то снова приблизились к европейскому стилю. В начале века мы задавали стиль, великий Мельников, Гинзбург, наш модернизм. Потом мы как-то вообще только уплотнялись. А потом в 60-е годы, благодаря Хрущеву, наши архитекторы снова встретились
с международной архитектурой, и пошли вот эти, то, что у них называется HLM, то есть дома для, как бы, которые государство раздает необеспеченным людям, а у нас пошло как раз счастье, потому что коммуналки, мы переехали вот в свою квартиру, и я помню эти кубики, раскрашенные все в разные цвета. Розовые, голубые, то есть понять, где ты живешь, было абсолютно невозможно, и от школы вернуться было нельзя. Мы как бы по жеребьевке получили квартиру на первом этаже, и мама нашила туда особые шторы. И шторы были в горошек, в какие-то дико смешные, с какими-то оборчиками. И я вот по этим шторам, по этим занавесочкам узнавала свой дом. И вот там, конечно, со школы было плохо. Во-первых, нас было много, потому что у нас в классе сидело там человек 60, мы сидели по 4 человека за партой, дышать было невозможно, у меня была ужасная учительница. Я помню, что она была огромная, но огромные люди тоже бывают красивые. Она была ужасная. Две двери открывали, чтобы она вошла, и она нас ненавидела, всех. А меня почему-то больше всех, и, по-моему, больше всего за мои колготы. И, наконец, у нас вводят вторую смену, и говорят, кто... Она спрашивает класс, не надо было получить любовь народа, она была уверена, что она есть. Кто хочет перейти во вторую смену? Во вторую смену сбрасывали двоечников, балласт. Я поднимаю руку. Одна. Ну, меня переводят во вторую смену. Для нее это был очевидный удар, потому что она все-таки билась за наши души. Для меня тоже, потому что поехала все мои занятия фигурным катанием, балетом, все друзья остались там, ведь было неудобно. Но в другой смене все было хорошо. Я могу быть собой, мне никто не ставит на стол, не поднимает мою юбку и не говорит, что я не могу стать санитаром. А представляете, что такое? Тебя убирают санитаром. Это же роль. Ты же к этому серьезно относишься, она меня ставит на стол, задирает мне юбку и говорит, вот видите, но с такими зелеными ногами быть санитаром невозможно. И моя Ольга Сергеевна начинает бороться за мою душу, и месяца два ходит за мной и говорит, ну что, я должна вернуться. И я дала слабинку, я вернулась в этот класс. Это было ужасно. Последние два месяца моей жизни во втором классе, которую я хорошо помню, это к вопросу о карьере, это все как бы туда же. Я поняла, что я в школу ходить не буду. Но надо. Я приходила, оставила портфель перед входом в класс. И в класс я не входила, я там стояла. Я долг выполняла, выполняла. Я все домашние задания делала. Но в класс я не входила. И никто не мог меня ввести ни силой, ни родительскими уговорами, ни родительским окриком. И так я закончила второй класс. И родители поняли, что надо что-то делать. И стали искать мне школу. Математическая школа была ближе, а филологическая, то есть с иностранным языком, была на две остановки метро дальше. Я попала в математическую школу. Школа была фантастическая. Все, что во мне есть, это школа. 444-я математическая школа. Это был один из последних лицеев хрущевской оттепели. Ему было понятно, что страна, выигравшая Вторую мировую войну, она, конечно, начала смертельно буксовать и в технологии, и в том, что сегодня называют слово модернизация. И он действительно сделал ставку на науку. И он понимал, что наука просто так не вырастает. Это не инвестиции, это люди. Надо вырастить этих людей. И он открывает специализированные школы, потому что какой-то рывок наука должна была сделать. И нас просто учили очень свободные, очень хорошие люди. В основном они пришли из институтов. Они все так или иначе пострадали во время предшествующего сталинского режима. Они с нами жили. И они действительно строили методики образования. Мне кажется, что сегодня очень жалко, что мы лучшее, что было в русском образовании, методики образования, которые были намного лучше, мне кажется, чем то, что мы сегодня берем из американской системы образования, из французской системы образования. Мы их потеряли. Они на нас экспериментировали. Но это был чудный эксперимент. Я привыкла, что мы на всех уроках сидим, у нас сидят студенты, у нас сидят ученые, у нас сидят преподаватели. Было нормально. Но нас учили так легко, что я даже не помню, чтобы школа была работой. У нас вообще не было домашних заданий. И мы ходили в школу реально как на праздник. И школа продолжалась все время. Я не знаю, как нашим учителям не платили за это никаких дополнительных денег. Это никак не включалось
в эти планы, но с нами ходили в театры, с нами ходили в походы. Они читали с нами в школе Солженицына. И я помню, как вышли его первые, да, публикации в «Новом мире». И это было школьной программой. С нами обсуждали все. У нас было самоуправление в школе. Мы сами себя выбирали, мы сами решали, чем мы занимаемся. И это вместе была жизнь, в которой никто не думал о том, что в этой жизни можно быть первым или вторым. Я с детства помню, что мама каждый раз говорила, что любовь надо заслужить, что все надо заслужить. Мама учила меня не врать. Я думаю, что она очень боялась за мою память, у нас генетически очень плохая память. У мамы, у меня еще хуже, у моего ребенка еще хуже, это как-то плохо. Она мне говорила: слушай, не старайся, ты ничего не запомнишь, не ври. Правду ее говорить легче, потому что если ты понимаешь проблему, с ней всегда можно справиться. И всегда можно объяснить другим людям. И, наверное, уже только когда я поступила в институт, я поступила на биофак. А хотела я стать психологом. В 14 лет я решила, что уж раз я общаться люблю, то лучше пусть это и будет моей профессией. Но вот на 3 года я эту профессию отсрочила. 2,5 года я действительно училась на биофаке. И это было очень полезно. Потому что я до сих пор могу смотреть на нас, на людей. Я верю, что мы Богом вдохновленные твари. Но ведь и деревья, и животные, все было создано в едином акте, наверное. Но динозавры были царями Земли? Были. Их нет? Нет. И мамонтов нет. И, наверное, в один день может нас не быть, если мы как вид, как биоценоз, не будем думать о том, что же будет в будущем. И что мы ответственны за это будущее, потому что одна ошибка, и мы можем так же исчезнуть, как вот все, кто, как вот Цветаева писала, сколько их исчезло в этой бездне. И это вопрос, который очень важен. Вот мой любимый художник Брейгель, я люблю его перспективу, она откуда-то оттуда, сверху. И все люди равны, и каждый чем-то занят. Да, вот там они на катке катаются, вот я обожаю Брейгеля. Кто-то пьет, кто-то ест, кто-то хулиганит. Все одного формата, одного размера. Но как в сказке про Машеньку и Медведя, да, как там говорят, не садись на пенек, не ешь пирожок, я все вижу. Мне кажется, это очень важно. Знать, что все, что ты делаешь, кто-то видит. Кто-то назовет это словом Бог. Может быть, есть слово универсум, я не знаю. Может быть, есть, в конце концов, совесть каждого из нас, потому что мы-то знаем. Но все видно, что мы делаем. Почему я говорю про биофаб? Потому что я поставила эксперимент по проращению бобовых растений. Он был связан с генетикой. И у меня была дико красивая теория. А нас в нашей математической школе учили представлять красоту бесконечно больших чисел, бесконечно малых. Нас учили любить красивые теории научные. И мои бобовые проросли абсолютно противоположно моей теории. Это был ужасный опыт. Я пришла домой в состоянии конца жизни. Моя красивая теория разбилась в прах, и надо было сделать выбор. Кто прав, жизнь или теория? И я сделала однажды выбор, что жизнь всегда права. И почему-то в этот день, когда я печально размышляла о бобовых и моем первом научном эксперименте, мне в голову пришла вторая мысль, что если социальная утопия, которая меня так вдохновляла в детстве, реально под названием коммунизм, противоречит человеческой природе, то пусть она останется как красивая хрустальная башня и как теория. Если у человека есть природа, то надо думать, каким образом с этой природой разговаривать на ее языке и по ее законам. Это был, наверное, самый большой момент перелома, который сделал меня взрослой. Потому что, наверное, быть взрослым – это не пытаться, да, с любой романтической идеей, да, вот изменить мир, в чем была утопия всеми нами любимого русского авангарда, который думал, что можно в порыве, да, вот в этом диагональном движении
летящих супрематических элементов Малевича «Измените социальную жизнь и человеческую природу, и природу вообще», а попытка понимания, что происходит вокруг, и попытки, наверное, изменять то, что ты можешь. Ты не можешь изменить мир, и, наверное, даже Господь Бог, Он нам такого права не дал. Но ты можешь что-то конкретно делать. Вот то, что ты должен что-то делать в жизни, я была уверена с детства, потому что больше всего в жизни я ненавижу безделье. И опыт первый после окончания уже факультета психологии в университете, когда я работала в Академическом институте психологии, где все пили чай, и надо было приходить вовремя, тратить 3 часа на дорогу, садиться пить чай и писать комплексную программу. Боже, это ужас. Самое страшное, что было в советской системе, это ее симулятивность, когда люди должны были симулировать, а не действовать. И это ужасно. От чая люди распухают. Торт, который бесконечно сопровождал этот чай, это совершенно отвратительно и для физиологии, и для жизни. И в результате я проработала 6 лет дворником, потому что это было очевидно полезно. Это была минимальная зарплата, но высвобождала главную драгоценную вещь – свободное время, которого сегодня как раз нет. Все остальное можно делать, а вот свободного времени нет. Поэтому, говоря о карьере, я еще раз говорю, что для меня... Я понимаю, что карьера сегодня слово, которое все используют. Но я до сих пор не понимаю, как можно себя готовить к карьере. Можно себя готовить к тому, чтобы быть хорошим врачом, хорошим инженером, хорошим дворником или хорошим художником. Но нельзя себя готовить к карьере. Потому что карьера – это социальные ранги. А социальные ранги – это ничто. Все, что о тебе пишут, все, что о тебе говорят, вся твоя социальная жизнь к тебе не имеет никакого отношения. Только сам человек, если он честный, знает, где у него провал, а где у него успех, что ему делать дальше. Есть понятие ответственности, responsibility. И когда ты берешь ответственность, я ее не хотела брать, я всегда хотела, чтобы рядом был мужчина, он бы все взял, а я бы работала. Был какой-то момент, когда я по телевизору говорила, я ищу директора, мужчину. Ко мне пришли такие мужчины, что лучше было самому остаться директором. И это ужасно. Ужасно быть директором, ужасно быть руководителем. Мне кажется, это особенно ужасно для женщины, потому что женщина все-таки, я не знаю, мне всегда казалось, что женщина должна быть при мужчине. И я в 19 лет, выйдя замуж за поэта Парщикова, связала ему шарфик, там было меме, мастеру от Маргариты. И я не хотела этого. Но все-таки в какой-то момент, когда ты знаешь, что ты должен сделать, тебе приходится брать ответственность. И бывает очень трудно, всегда бывает очень трудно, даже в детстве, а потом чем дальше, тем сложнее, отделить ответственность от капризов власти. Она прилипает. И это каждый день надо чистить, смотреться в зеркало и думать, Господи, там вообще... Там не поехала ни в ту сторону. Ну вот. Дорогая Ольга Львовна, расскажите, пожалуйста, а почему свой творческий путь вы решили начать с документального фильма, а именно с «Черного квадрата»? И какое влияние он оказал на ваше будущее? «Черный квадрат» я сделала случайно, как очень многое из того, что делается случайно. Я ни к чему себя не готовила. Когда-то я делала фильм, это был уже мой третий фильм, документальный про Дину Верни. Про Дину Верни я много слышала от наших художников. Когда-то не официальной культуре, а ныне лидеров и звезд мирового современного искусства и российского, от Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Володи Янкелевского и так далее. Что есть такая великая женщина, из первой эмиграции, она приезжала, одной из первых, когда стало можно приехать в Россию, это были 70-е годы, и она делала им первые выставки за рубежом. Еще я слышала диски, как она гениально поет, с одной стороны, цыганские песни, а с другой стороны, песни ГУЛАГа. И потом я приехала во Францию, в один из моих первых приездов я с ней познакомилась. Она уже была совсем не такая, какой ее встретил Майоль, Дина Верни была музой Майоля, и она стала его музой, ей было лет 14-15. И вот, наверное, весь последний творческий период и новый расцвет творчества Майоли – это его встреча с этой девочкой, которая выехала с родителями. Это была последняя, да,
последнее окошко, последний ход, в который выехала русская эмиграция, эта встреча произошла. Потом она была музой Бонара, она была музой Пикассо, она была музой Матисса, они все ее рисовали, она была божественно прекрасна. У нее были волосы до пола, она была какая-то вот фантастическая. И сразу по окончанию войны, по совету Матисса, Дина Верни открыла свою художественную галерею, она до сих пор существует, и в этом музее есть замечательные работы наших замечательных художников, там дивные. Она вырыла в самом центре Парижа, это самый драгоценный кусок Парижа, Рюд Гринелли. Это вот, ну я не знаю, это как кусок остоженки, да? Она там вырыла огромный какой-то ход под землю, и там стоит коммунальная кухня в виде башни Ильи Кабакова. Вот все, кто приедет в Париж, я советую туда идти. Там дивная коллекция примитива, там дивная коллекция Полякова. Поляков был один из поклонников Дины Верни, он ей аккомпанировал на гитаре, пока она пела свои цыганские песни. Она сделала его первую выставку, ничего не продала. Сегодня Поляков — это история, да, мирового искусства, история французского и нашего российского искусства. Поляков русский. И я увидела ее, она была совсем уже не такой, а фамилия Верни у нее от великого оператора Верни, который оператор фильмов Рене, оператор фильмов Гриновой. И я помню, как однажды, я уже знала, что я буду снимать «О Дине Верни» фильм, ко мне в московскую квартиру, в половину коммуналки стучится кто-то, и на пороге стоит небольшого роста такой очень скромный человек. И мои друзья говорят: вот это Саша Верни. Я говорю: кто? Он говорит: Верни. Я говорю: боже, так это вы муж Дины Верни? Он говорит: да, я ей дал фамилию. Передо мной стоял великий оператор. Они поженились как раз в это тяжелое время, когда иммигранты не имели права даже на хлебную карточку. И действительно, он дал ей фамилию, потом у нее было много других браков. Но почему я о ней рассказываю? Потому что в этом фильме я задавала вопрос Дине Верни, который во многом сходен с этими двумя вопросами. Дина, как тебе удалось все, что тебе удалось? И она мне сказала: я никогда ничего не планирую. «Il faut avoir les yeux ouverts». Надо держать глаза открытыми. Мне кажется, это очень правильный совет. У человека есть, когда у каждого человека есть своя нить и своя траектория движения по жизни. Очень часто мы закрываем уши, мы что-то читаем в журналах, которые дают нам советы, что нам надо есть, как нам надо одеваться, как нам надо улыбаться, как нам надо делать карьеру. Мы слушаем друзей, подружек, мы смотрим телевизор, всякие шоу. Сидит звезда, рассказывает свой жизненный путь, завтра пойду делать бы жизнь. Все бред. У каждого человека есть этот колокольчик и его траектория. И если у тебя есть широко открытые глаза, ты не знаешь, куда тебя ведет. Фильм «Черный квадрат» я делала совершенно случайно. Я много лет ходила в замечательный методологический семинар Георгия Петровича Щедровицкого. Этот семинар мне много дал. Но заниматься чисто вот такой схоластической наукой мне было неинтересно. Я туда приходила, подпитывалась и бежала что-то конкретное сделать. Написать психологическую статью, там провести эксперимент. В конце концов я попадаю на игру организационной деятельностью, и шла перестройка кинематографа. Если вы помните, кинематограф перестраивался первым. И все выбирают себе группы. Я была тоже вот этот игровод. Я взяла группу режиссеров. Мне было так интересно с ними, мы как-то все, конечно, перезнакомились. И в это время мне люди с Центральной студии документальных фильмов, они мне говорят: мы вас приглашаем в жюри, у нас фестиваль документальных фильмов. Я попала в это жюри, и мне было дико скучно. Чтобы не заснуть, я чесалась, я себя щипала, я разговаривала с друзьями. Рядом сидел чудный человек, который тогда руководил документальной студией в Ереване, и я ему говорю: слушай, ну это же ужасно, мы смотрим какую-то ахинею, ну можно заснуть. Вот сделать бы фильм про художников. А я в это время всю эту андеграундную культуру знала, они были друзьями. И я понимала, что им плохо. Это был еще момент вот совсем-совсем такой, до того, как эта культура окончательно была легализована в конце 80-х годов. Они там теряли последний раз работу, на них наезжали последний раз наши органы. Так уже не сурово, уже не перегрызали глотки, но все-таки неприятно. Он говорит: слушай, напиши заявку.
Ясным летним днем с причала речного вокзала отчалил корабль, зафрахтованный клубом авангардистов. В плавание отправились художники, чье творчество столько лет находилось под запретом. Праздновалась долгожданная свобода. Вечная мерзлота, сковывавшая художественную жизнь последних десятилетий, начала таять. Стечение обстоятельств. И одновременно это дико серьезная работа, которая длилась 2 года. Это был удивительный опыт. Я взяла, я не знаю, сколько интервью, у меня были километры. У меня часы, десятки часов, из которых ты потом выбираешь несколько секунд. Ну что же за картины? Обыкновенные кухонные предметы и доска примерно такая, какая висит в коммунальных кухнях. Цвет такой же. Вот тут по углам как бы диалоги. Екатерина Львовна Сойка. Чья это кружка? Федор Сергеевич Малинин. Не знаю. Это так называемые дубовые диалоги. Это диалоги, которые бывают в кухне тогда, когда хозяйки стоят у своих плит. Эстетика коммунальности. Вот это некоторая такая модель особого мирочувствия, где все делается и решается, и существует каким-то густым связанным скопом, таким какой-то общиной, в которой имеется единое как бы такое тело. И в этом космосе, в этой страшной и ужасной пьесе разыгрывается практически вся жизнь людей, которые не могут из нее уйти. Мне было интересно, как эти художники выразили реальность социальную, в которой они жили. При этом, не потеряв индивидуальности каждого, надо было показать, что это объективное зеркало нашего времени и зеркало, которое еще показывает нам что-то, что будет. Потому что я глубоко уверена, что хорошее современное искусство – это, конечно, телескоп, направленный в будущее. И только поэтому оно интересно. Открылись дороги зрения, запутанные, как грибницы. Я достиг изменения, насколько мог измениться. Я мог бы слямзить Америку, бык с головой овальной, а мог бы стать искрой беленькой меж молотом и наковальней. Открылись такие ножницы меж временем и пространством, что я превзошел возможности всякого самозванства, смыкая с собой предметы, я стал средой обитания, зрение всей планеты, трепетание, трепетание. Когда я своего первого мужа встретила, мне было 19 лет, когда я вышла замуж за Алешу Парщика, он меня пригласил после первой же встречи, мы встретились на новогоднем бале в университете, поехать в Киев. И в Киеве он мне показывал базары и церкви. Помню, он меня привел в Кирилловскую церковь, она стояла на территории психбольницы, там гениальная роспись Врубеля, сошествие Святого Духа. Этот дух сходит по таким канатам, и они раздуваются, ну, просто как шланги пожарные. И ты понимаешь, дух идет. Вот я до сих пор помню эту фреску гениальную. И я понимаю, что он периодически, этот дух через кого-то идет. Кстати, не всегда, это не гарантия. Это самая большая трагедия художника. Что иногда через тебя пульсирует, а иногда нет. И художник-то это знает. И наказанность художника не тем, что перестали выставлять, не тем, что нет коллекционеров, а тем, что вот он знает, он повторить может, он работает. А вот этой пульсации нет. Мы всегда можем скрыться, да, в нашей работе. Всегда могу сказать, ой, у меня тут вот бюрократические дела, у меня канализация, вентиляция в здании, у меня охрана, у меня бюджет. Я могу спрятаться, если у меня не пульсирует. А художнику куда спрятаться? Поэтому любой художник, который тебе нравится, который тебе не нравится,
любой ученый, любой человек, через которого пульсирует в данный момент что-то креативное, это ценность. Независимо от того, да, ты с ней солидарен или нет. Это надо поддерживать, и я хотела это поддержать, я хотела сделать подарок. Потом фильм случайно попал на Каннский фестиваль, в Каннах он получил приз, потом он получил кучу других призов, как собака-медалист. И мне не нравилось, я в Канны не поехала, я боялась. Мне казалось, что он неправильный. А потом уже года через два я поняла, что он не имеет ко мне никакого отношения, что он свидетельство времени. И этого времени больше не будет. И уже второй фильм «В поисках счастливого конца», когда я предсказала «Пуч», совершенно случайно, анализируя современное искусство, Россию первый раз позвали в World Economical Forum. Это был 91 год, февраль. И меня позвали туда также случайно, чтобы я сделала там художественный проект. На мониторах показывали черный квадрат, и мне дали час токинга. То есть я туда приехала, честно анализируя русское современное искусство, и в конце моей лекции, еще не было, да, DVD, еще надо было слайды показывать, мне говорят, а что вы ждете от России? А я накануне готовилась к лекции, мне приснился Пуч. Довольно смутно. Почему-то мне приснился корабль, на котором Ленин отсылал интеллигенцию, да, почему-то мне это приснилось. Я говорю, будет Пуч? Мне говорят, когда? Смотря на меня с такой ехидной улыбкой. Я говорю, до осени. На утро меня зовет делегация British Parliament на бизнес-ланч. Меня хорошо покормили, на десерт спрашивают. Open your secret sources. Откройте ваши тайные источники. Я говорю, какие? У вас кто? Папа, там, знакомый, бойфренд, муж. Кто у вас работает в органах? Как вы знаете, что будет Пуч? Я говорю, ну, я же вам слайды показывала. Они ко мне потеряли всякий интерес. Я нахожусь в дурацкой ситуации. Я пообещала Пуч, я типа несу ответственность. И я поехала в Женеву на телевидение «Свис Романт» и принесла им синопсис того, что у нас будет Пуч, что художественная ситуация изменится, жизненная тоже, и надо срочно снять фильм, потому что иначе упустим время. Они мне вот так вот покрутили пальцем у виска, посмотрели на то, как продавался в дистрибьюции «Черный квадрат», и дали 6 тысяч долларов, я помню. И я приехала в Москву, и надо было срочно снимать, потому что до осени оставалось мало времени. И мне все продюсеры, а тогда уже появились продюсеры, отказали. Они сказали, а, 52 минуты, а я уже знала, что 52 минуты, 20 тысяч. Я говорю, ну, у меня только 6. Они говорят, ну и гуляй. И я научилась быть продюсером. Я научилась менять эти деньги в первых обменных пунктах, которые были на улице. У меня не было денег, чтобы сесть на такси, я таскала на себе эти тонны кассет. Я монтировала фильм в Сокольниках и шла через этот парк ночью, обвешанная этими кассетами, я не знаю как. Но я научилась отвечать саму за себя и за проект. И в результате мы снимаем фильм, приближается лето, лето начинается, Пуча нет. И у меня последняя съемка на Красной площади. В 6 утра я открываю окна в своем доме, а я жила в коммуналке в заднике гостелерадио на Пятницкой. И я вижу танки, окружавшие наш дом. А я только что сняла в Айдан-галерее работу Коли Козлова с детскими танками на одеяльцах. И такие военные самолетики игрушечные. Я говорю, это что? Он говорит, это чистая интуиция. Я записала это интервью. Через 2 недели я вижу реальные танки. Это был чисто интуитивный поиск. Ну, в частности, вспоминания о собственных детских переживаниях, о детских играх, военные игрушки. И вот, в частности, я в детстве часто болел и, лежа в постели, играл с этими военными игрушками. И к ночи подвинусь к какой-то странной интуитивной логики, потому что есть какие-то энергетические потоки, собственно, и искусство – это обмен энергией. Мы пришли к Белому дому, я туда пришла, нашла там баррикады и всех художников практически, которые участвовали в фильме. Там мы провели
эту ночь замечательную. Поэтому и фильм назывался «В поисках счастливого конца». И заканчивался он работой Кости Звездочетова, которую он сделал как раз в день начала путча, подарив своему другу, художнику Мироненко, у того сын родился в день путча. На синем фоне, в золотой рамочке, золотыми буквами написано «Еще не конец». Вы были замужем за настоящим русским поэтом Алексеем Парщиковым. Царствие ему небесное. Скажите, пожалуйста, вы что-нибудь делаете для того, чтобы его стихи продолжали жить и звучать? Это было трудное время, 16 лет. В общем, на самом деле, практически 18, когда мы были с Лешей. Мы же были дети. Мы вместе взрослели. Ему было 18, мне 19, когда мы поженились. И это был чудный подарок, потому что пока эти стихи писались, ты в этом жил, участвовал, мы бесконечно жили обсуждением поэзии и его, и вообще вокруг. У Алёши осталась семья. Я с огромным уважением отношусь к его последней супруге. Я думаю, что сейчас она работает над архивами, и мы планировали открыть у себя в музее поэтический клуб. На самом деле, просто времени не было, потому что мы боремся с недостатками стройки нашего здания чудесного. Здание чудесное, но все остальное мы оставим за скобками. Люди, приходя в музей, видят праздник, а я вижу отсутствие горячей воды, текущую крышу и так далее, и так далее. И мы до сих пор не доделали часть из вещей, которые на самом деле отнимают огромное количество времени, и как-то не странно, это закулисная, но важная часть деятельности директора музея. Я надеюсь, что мы в этой борьбе победим, и победит все-таки, да, то, как надо построить, чтобы здание жило. Но этот поэтический клуб очень скоро у нас открывается, и будет премия Леши Парщикова, она будет вручаться регулярно. Я с ребенком как раз работаю для того, чтобы сделать его фотографическую выставку, потому что Леша очень хорошо фотографировал. Так странно, что пока мы жили вместе, и фотография была, ну, казалось бы, каким-то побочным продуктом, Алёша действительно много и увлечённо работал. Он в какой-то момент, это реально была его работа. То есть я ждала ребенка, он, как всегда, был без работы, жизнь была прекрасна.